Художник рисует картины, женщины рожают детей, дети идут в школу, на полях вырастает хлеб. И каждый новый день обязательно будет лучше предыдущего. Мы так похожи. Взгляды на жизнь канала «Самара ГИС» и кредо телеканала «Вместе РФ». Разные только границы. Обращенным в будущее называют свой телеканал сами сотрудники. «Вместе РФ» телеканал достаточно молодой. Ему всего 2 года, но уже уверенно движется по стране. В редакции карта наступления на регионы. Благодаря сотрудничеству с компаниями «Ростелеком», «Триколор», более мелкими операторами, красные флажки словно маяки в большинстве территорий России. «Вместе РФ» смотрят в кабельных сетях и спутники. Потенциальных телезрителей до 42 миллионов человек. У жителей Самары и области появилась дополнительная возможность смотреть программы о себе, России, истории, знаменитых россиянах, о политике и экономике. «Самара ГИС» и «Вместе РФ» теперь партнеры. Телепрограмма о нас, самарцах, «Вместе РФ» также будет транслировать в своем эфире на всю страну. До недавнего времени нас с телеканалом «Вместе РФ» объединяло одно – это 24 часа вещания. Теперь, когда подписан партнерский договор, телезрители Самары увидят около 3 часов контента. Это 8 передач. Увидеть, как делается государственная политика, как рождаются важные для людей и страны в целом законы, дает возможность телеканал «Вместе РФ». Регулярные прямые трансляции с совещаний, встреч, дискуссий из центра Москвы идут в эфир, что называется, без купюр. Здесь нет запретных тем. Здесь обсуждается, чем живет страна, регионы, большие города. Здесь порой не выбирают выражений и бывает страшно интересно, рассказывает главный редактор телеканала «Вместе РФ». Неправильно думать о том, что если мы живем в Самаре или в Нижнем Новгороде, то что они там делают в Москве, нас это не волнует. Очень даже волнует. Потому что если обсуждаются тарифы, допустим, вот скоро придет железная дорога и будет обсуждать историю, которая случилась с железными дорогами, с пригородными электричками. Но, простите, Совет Федерации – это единственное место, где удается обсудить открыто вот такие сложные вещи. Душу проекта телеканала «Вместе РФ» тоже греют. Публицистический сериал «Наша марка» рассказывает о заводах, небольших производствах и мастерских, о простых и скромных тружениках нашей страны. Например, конструкторе корабля на подводных крыльях, чьи успехи и достижения – повод для патриотизма и гордости за страну. Существует множество версий о происхождении самоваров. Похожими приборами пользовались японцы и китайцы. Своеобразный культ самоваров существовал в Персии и в современном Иране. Но ни в одной стране мира, ни в одном городе эти приборы для кипячения воды не достигли такого совершенства и разнообразия форм. И даже этот гигантский самовар является действующим. Передача телеканала «Вместе РФ» «Самара ГИС» показывает каждый вечер. В кабельных сетях, а также онлайн на samaragis.tv. Теперь на законных основаниях, знакомьтесь, сенатор, крупным планом, актуальное интервью «Людей РФ» – это наша марка, это время и мы. И все это круглосуточно, ваш городской телеканал «Самара ГИС». Меняемся, оставаясь верными самарцам. Ирина Тулгаева, «События».